Строительство дошкольного учреждения началось в декабре прошлого года. Группы разделены на учебную, игровую и спальные зоны. Кроме того, в здании предусмотрен лифт. На первом этаже будут находиться ясли и младшие группы, на втором – для детей постарше. Задержка финансирования, нехватка работников в связи с пандемией – все эти вопросы были решены. Застройщики обещают завершить проект в срок. Все детские садики, которые мы сегодня объехали, находятся в одинаковой степени готовности. Мы оценим в 97%. 10 декабря мы завершаем полностью все строительно-монтажные работы уже с клинингом. И с 10 по 15 декабря везде заходим в государственный строительный надзор на итоговую проверку. Нет никаких сомнений, что эти садики в этом году мы введем в эксплуатацию. На возведение трех объектов было выделено 600 миллионов рублей. Владимир Громов работает на объекте озеленителем. Вокруг детского сада раскинется зеленая зона. Мы занимаемся посадкой растений. То есть то, что вы видите, вот это все мы садим. Ну, разные липы, вот можжевельники, вот эти растения. Что скажут, то и садим. Уже к концу этого года в целом по Крыму очередь детсады сократится почти на 1000. Эдем Садиков, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет».